В Башкортостане в помещении воскресной школы Сергиевского кафедрального собора Уфы под председательством митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона прошел семинар по вопросам организации взаимодействия представителей епархии с муниципальными органами управления образованием и образовательным и организациями республики. Целью собрания было обеспечение свободного информированного выбора модулей курса основ религиозных культур и светской этики в Башкортостане. В семинаре принимало участие духовенство всех епархий митрополии. С докладами на актуальные темы выступили участники собрания, в том числе и глава Башкортостанской митрополии. Наша задача – поднять нравственное содержание, составляющую нашего общества. Воспитать наших детей, молодежь в том, чтобы они на основе знаний каждой своей традиционной религии, чтобы они могли жить по нравственным законам. Не по законам человеческим, которые часто человек-человек-волк, а по нравственным законам, то есть тому, чему нас учат каждого из традиционных религий.